было злых людей. Убрала бы все бы итоговые экзамены. Ну, допустим, если человек там заболел очень сильно, то я помогу ему лекарства, там, врача. Ну, дал бы ему денег, помог в жизни вообще. Я бы убрал из мира всех воров, преступников. Чтобы все люди были счастливы и никогда не болели. Чтобы было меньше руганий, чтобы были все здоровы в это время. Не было всяких плохих происшествий. В первую очередь я бы убрала COVID-19, сделала всех людей бессмертными. Я бы помог бедным людям, чтобы они ни в чем не нуждались и могли сами получить то, что они хотят. Например, образование, семейный участок. Что еще? Еду. Соединил бы все страны в один огромный союз всемирный. И сделал бы определенную валюту, чтобы все торговали, чтобы не было курса валют, чтобы все торговали одной валютой. Ну, наверное, убрала коронавирус, потому что он мешает, я не знаю, но надоел уже маски носить. Ну и еще, наверное, улучшила там дома, там, чтобы они стали еще больше, лучше. Скорее бы я ничего не изменял, потому что если что-то я изменю, то будет хаос, и тогда все может порушиться. Все правила и